Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди. Да, люди. И я. Да, и ты. И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшней нашей передаче мы опять вспомним о древних подвижниках. Жили они, как мы уже не раз говорили, преимущественно в пустыне, далеко от селений, удаляясь от людей для того, чтобы ничто не мешало их главному делу – служению Богу. Но и труд не был чужд пустынникам. Кто-то из них плел корзины, кто-то делал веревки, кто-то мастерил другие простые вещи, нужные в хозяйстве. Так и зарабатывали себе на пропитание, при этом непрестанно молясь. И время от времени приходили монахи в город, чтобы продать на рынке сделанные ими вещи и купить себе немного хлеба, немного соли, овощей или простую глиняную посуду. Ведь нужно им было только самое необходимое, без чего невозможно прожить. Именно так и жил некогда в пустыне, недалеко от Иерусалима, святой старец-монах по имени Филагрий. Как все другие братья, он сам зарабатывал себя на пропитание, плел корзины. И вот однажды, рано утром, пришел он в город, поставил сделанные им корзинки на краю рынка и, опустив глаза, стал ждать покупателей. Люди проходили мимо, спешили, спорили с другими торговцами из-за цены на товар, особенно и не замечая молчаливого старца. Лишь иногда находился кто-то, кому были нужны корзины. А уж взяв их в руки, люди убеждались, насколько прочно и добротно сделаны эти вещи. Постепенно, одну за другой, корзины покупали, тем более что монах не интересовался деньгами. Сколько покупатель предлагал, за столько он и продавал свой нехитрый товар. И вот уже собрался святой Филагрий уходить с рынка, как видит, прямо перед ним падает на землю кошелек, и из него высыпаются золотые монеты. Поднял монах глаза, огляделся по сторонам, но люди быстро проходили мимо, никто кошелька не хватился. Старец собрал монеты, сложил в кошелек, их оказалось 1000. «Нет, — подумал старец, — не может быть, чтобы человек не заметил такую пропажу. Раньше или позже он обязательно начнет обходить все места, где он был, в надежде найти свой кошелек». И решил старец остаться на том же месте и ждать, когда появится человек, ищущий пропажу. Корзины были давным-давно проданы, и люди с удивлением и недоверием смотрели на одинокую фигуру монаха, то ли углубившегося в молитву, то ли ждущего подаяния. А стоять, не присаживаясь, на открытом месте пожилому человеку было не так-то легко. Солнце поднималось все выше и выше, становилось все жарче, и людей на рынке оставалось все меньше и меньше. Каждый торопился вернуться в прохладный дом, спрятаться в тень, напиться воды и отдохнуть, пока не спадет дневная жара. Пробегали по рынку водоносы, торговцы зазывали к себе отведать приготовленный здесь же ароматный хлеб, но старец ни на кого не обращал внимания и не двигался с места. Он боялся разминуться с человеком, потерявшим кошелек. Поднялся горячий ветер, закрутил песок из пустыни, и те немногие, кто оставались на рынке, поспешили спрятаться, спасаясь от колючих вихрей. Никого не осталось на площади, лишь одиноко стоял святой Филагрий в развивающемся на ветру скромном монашеском одеянии. Много времени прошло, ветер стих,
и люди постепенно вновь стали заполнять улицы и площади города. И видит святой Филагрий, идет по рынку человек и горько плачет. Сразу понял старец, что это именно тот, кого он так долго ждал. Подошел монах к плачущему и спросил: «Почему ты плачешь?» «Что же мне делать? Много лет я трудился, не покладая рук, во всем себе отказывал и накопил 1000 золотых монет. И вот сегодня я потерял кошелек с этими деньгами. Как я вернусь домой? Что скажу жене и детям? Уже несколько часов я разыскиваю по всему городу кошелек и нигде его не нашел. Да и не найду никогда. Тот, кто увидит эти деньги, только посмеется над таким разиней, как я, и заберет себе золотые монеты». «Не плачь, не отчаивайся», — ответил ему старец, протягивая кошелек. «Вот то, что ты потерял», — сказал так Филагрий и повернулся, чтобы уйти. Но человек вне себя от счастья схватил святого за край одежды. «Подожди!» — не отпускал он его. «Ты меня спас! Возьми 50 монет, хотя, конечно, это очень малая благодарность за твой благородный поступок». Монах, конечно, отказался от денег. И тогда хозяин кошелька, указывая на старца, стал кричать на весь рынок: «Посмотрите, что сделал человек Божий!» Со всех сторон стали сбегаться люди: из лавок, из домов, с соседних улиц. Но старец уже скрылся. Он шел по дороге за городскими стенами обратно в пустыню, в свою скромную хижину, как огня, боясь славы человеческой. Вот, дорогие друзья, конечно, эта история случилась давным-давно и очень далеко, но подумайте, ведь похожий случай может произойти с любым человеком в любой день. Конечно, никто из вас не подумает забрать себе найденные деньги и постарается разыскать потерявшего. Но не случится ли так, что, отдав найденное, мы вдруг начнем гордиться своим поступком и с удовольствием будем слушать, как нас дружно хвалят? Вот тут-то, может быть, и припомнится нам история о монахе Филагрии, который не искал славы, а поступил так только из любви к ближнему, пожалев неизвестного человека. Ведь только это ценно в очах Божьих. До новых встреч. Ангела-хранителя вам.